Как ты думаешь рожать, малыш? Кажется, нового способа еще не изобрели. Я позавчера говорил с одним акушером. Этот старый доктор сказал мне, что во время родов он может определить национальность любой женщины. Понимаешь, женщины-то кричат во время родов. Я думала, что они поют песни. Понимаешь, малыш, они ведь кричат на родном языке, на диалекте той местности, где родились. Значит, ты будешь кричать «мамочка» по-рязански.